Друзья, сегодня покажу вам, как сделать вот такие красивые елочные шары, а также познакомлю вас с еще одним моим увлечением – росписью. Нам понадобятся обычные пластиковые шары любых размеров и цветов. Для начала нужно покрыть их акриловой краской с помощью поролонового спонжа или губки. Затем подсушить феном. Часть шаров можно украсить лентами и повесить на елку. Ну а мы продолжаем. Теперь нам понадобится кружево. Отрезаем фрагмент и приклеиваем на момент или канцелярский клей-карандаш. Подсушиваем феном и также с помощью спонжа покрываем акриловой краской. Акриловым контуром по стеклу можно добавить детали. Золотую акриловую краску наносим на спонж и промакиваем, чтобы краски было совсем немного. Легкими движениями покрываем шар, чтобы подчеркнуть рельеф. Получилось очень изысканно и современно. Следующий шар я распишу. Это совсем не сложно и занимает несколько минут. Я очень хочу, чтобы вы тоже научились этому простому и интересному виду творчества. Поэтому обязательно пишите в комментариях, если вам это понравилось, чтобы мы сняли первый видеоурок.